Good morning, dear students. How are you? How are you today? Today, our new theme at page number 80 and 81, Kazakh traditions and customs. Доброе утро! Сегодняшняя наша новая тема на странице 80, казахские традиции и обычаи. Читаем текст, выполняем 13 упражнение, узнаем новые словарные слова, а также выполняем 14 упражнение, также письменно. И учимся говорить предложение, употреблять предложение. What's your favorite food? My favorite food is. Теперь давайте, надеюсь, что вы поняли, да, сегодняшняя наша новая тема на странице 80 и 81. Давайте вместе выполним 13 упражнение. What are they for? Для чего же они? Look, посмотрите. Choose, выберите. And complete, и дополните. Даны словарные слова как eggs, яйца, дамбра, coins, монеты, tree, дерево, pancakes, блины, food. И даны 6 предложений и 6 праздников, да, которые у нас происходят в Казахстане. Нам нужно вставить эти слова и дополнить предложение. Казахские традиции и обычаи. The tree is for New Year's Day. Дерево, да, или елка, да, для новогоднего дня, для Нового года. Обычно мы на Новый год украшаем елку, да, пишем слово tree. Первое будет три. Второе. This. Посмотрите на картинку. Это у нас еда, да? Is for my little brother's first day at school, Теляшар. Это еда для моего маленького братика, у которого первый день в школе, Теляшар. У нас такой праздник есть, да? Мы его празднуем. Еда на английском будет food. Перевод я вам написала. Вам нужно всего лишь написать слова, да? Первое tree, второе food. Young people play the... Что это? Молодые люди играют during the шильдехана. It's a celebration for new baby. Молодые люди играют в дамбру, да? На английском это будет дамбра. Во время шильдехана. Шильдехана – это у нас праздник, когда рождается маленький ребенок, да? It's a celebration for a new baby. The coins. Coins – это у нас монеты. А for... Кыркынан шигару. Монеты для того, чтобы 40 дней, да? Для 40 дней для ребенка. We celebrate it when a baby is 40 days old. Мы празднуем его, когда ребенку исполняется 40 дней, да? У казахов есть такой обычай, да? Когда ребенку исполняется 40 дней, они... В воду кладут 40, кладут монеты, драгоценности, да, и купают ребенка в этой воде, чтобы он был богатым. Это как бы обычай. The colorful, это у нас яйца, да, the colorful eggs are for Easter Day. Разноцветные яйца для... Пасхи. На Пасху мы обычно, у нас также, да, на Пасху варят яйца, разноцветные яйца его красят, это на Пасху. The pancakes, это слово pancakes, блины, are for the Масленица Festival. Блины для фестиваля Масленица, да, это у нас также праздник, который празднуется в Казахстане.
Думаю, что задания вам понятные. Вам нужно всего лишь написать слова. Then exercise number 14. Listen and circle, talk with your friend. Послушайте и обведите. Поговорите со своим другом. Даны 4 предложения, да? Пришлю вам ссылку. По ссылке прослушайте, просмотрите и узнайте, чего же любят эти дети, да? К примеру, и учимся употреблять предложения, вопросы и предложения. What's your favorite food? Какая твоя любимая еда? И на вопрос, да? My favorite food is sandwiches. Моя любимая еда – это сэндвичи, говорит первый мальчик, да? Просмотрите видео. Второе. My favorite food is bananas. My favorite food is pasta. And my favorite food is burgers. Вот таким образом, да? Пишите 1, 2, 3, 4 и пишите то, что любят эти дети. Сразу название. В книжке не пишем, пишем в тетрадке. Выполняем 14 упражнение. А также запишите вопрос и ответ. Тетрадки. Выполняем 13 упражнение. Записываем словарные слова. Здесь пишем, какое слово было вставлено в предложениях. Какие продукты любят эти, какую еду любят эти дети? Напишите название, а здесь напишите вопрос и, а также предложение. Голосовым отправляйте словарные слова. Eggs. Dumbra, coins, tree, pancakes, food и вопрос и ответ. What's your favorite food? Какая твоя любимая еда? My favorite food is... И что вы любите? Также ответьте. The lesson is over.